Программа социальной ипотеки в Подмосковье будет продолжена и в 2024 году. Около 300 медицинских работников, педагогов, тренеров, ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса смогут получить жилье на льготных условиях. Проект реализуется в Московской области по инициативе губернатора с 2016 года. Регион оплачивает полную стоимость жилья, а участник программы – только проценты по кредиту. За это время соцепотекой уже воспользовались более 3700 медработников, 575 учителей и воспитателей, более 700 молодых ученых и специалистов ОПК, 63 спортивных тренера. Напомним, что в 2023 году жилищные сертификаты получили 296 человек.